Еще одно интересное письмо. Посадила 29 апреля саженец вишни уже с небольшими листочками в заранее подготовленный грунт. Заметьте, что такое грунт? Перегной, зола, песок, суперфосфат. Вот я всегда удивляюсь. Вот чеху приготовили блюдо. Представь себе, что там 100 грамм перца, вот, 200 грамм сахара, 300 грамм этого самого сливочного масла. И все это надо скушать. Невозможно. А здесь, пожалуйста, делают. Даже не дают себе отчет, что творят. Сделали небольшую обрезку. Спустя месяц на некоторых листочках появилась коричневая каемка, которая сердце задыхает. Что делать? Вот. Ну, давайте посмотрим моими глазами. Итак, посадила саженец с листьями. Сама пишет. Естественно, что пересаженный с листьями, он сразу начинает болеть, выкормить не может, и теперь это результат этого, это результат этого. Но, это моя ирония. Ладно. Вот он посаженный, видите, да? Но холм есть, спасибо на том. Вокруг все это без всякой травы. Это не моя ученица, без всякой травы, без ничего. Всю жизнь он будет голодать, но самое страшное, обрезку она сделала. Кончики обрезала, видите? Вот. Но выкормить, мы не видим корни, мы видим, что выкормить невозможно. Самое страшное здесь, да, что этот, я потом как-нибудь подберу фотографию с интернета, просто наберу, садится на продажу и фото. И вы увидите, что там ужас, что всем делают метровый штамп. Даже холновидным. И получается такая картина. И сюда нужно подать влагу. А почему ей не на 20-30 сантиметров подать влагу? И был бы прекрасный саженец. Но она явно купила его. И теперь ему нужно 1/10 атмосферы преодолеть такое давление, поднимаясь вверх. Разве выкормить? Нет. Теперь смотрим уже как бы официально. Вот. Она пишет, я не спец в этом деле, но прошлый год посадила, меня предупредили часто поливать и кусочки не обрезать. Вот, часто поливать. Вот эта вода, которую часто поливать, но единственная может быть польза, что скатывается вода и ее труднее полить. Хорошо, проехали. Теперь мой результат. Вот. Если бы я там, где она разместила просьба о помощи, если бы я это писал, меня бы грязью бы облили, но это бы все. Вот. Почему? Потому что это не воспринимается. Железо накормило деревце отравой. Помните? Вот это все. Повторять не буду, а то вдруг запомните. Обрезка недостаточно. Естественно, иначе бы у нее листья бы не начали гнить. Слишком высокий и искалеченный штамп. Почему я говорю искалеченный? Уж поверьте мне, чтобы сделать такой штамп, надо было здесь или эти самые почки удалить, или в начале пути тонкие веточки, причем это совершеннейшая глупость. Смотрим дальше. Корни голодают без глюкозы. Где глюкозу взять-то? Ведь если сюда подается вода, то теперь глюкоза должна идти отсюда вниз. Давайте посмотрим, сколько тут листиков. Их можем посчитать. Раз, два, три, поняли, да? Вот, еще не все. Черный пар. Нет защиты от солнца и мороза. Впереди зима. Ведь мерзнуть будет. Она же даже мысли нет ее в этих зарастить травой. Вы видите? У нее даже вокруг травы нет. Понятие атмосферного давления. Это примерно как у вас лифт сломается, залезьте на третий этаж. Или все-таки лучше на втором жить. Вот сколько всего этого. А я не могу туда соваться.